Днем ангела, дорогие именинники. Прекрасное чувство – это благодушие. Умение не отчаиваться, не унывать, всегда сохранять бодрость и некое благое расположение духа. Вблизи такого человека не страшно в беду попасть, потому что никогда не будешь унывать, а вместе с ним будешь заряжаться от его энергии, от его радости внутренней. Есть имя, означающее «радостный», «веселый». Оно звучит по-гречески «Иларион». И сегодня мы должны говорить о человеке, которого так звали, поскольку сегодня, 3 ноября, церковь совершает память святого Илариона, епископа Миглинского. В городе он был епископом, находится в Сербии, раньше это была Болгария. Иларион получил хорошее христианское образование. В возрасте 18 лет он избрал своим жизненным путем монашество. Он был строгий подвижник, мудрый, начитанный, правильно управлявший монастырем. Впоследствии его за эти качества и многие другие рукоположили его епископа. Паству свою он непрестанно учил, искоренял у нее пороки, в частности, ненавидел порок пьянства и очень строго с ним вел борьбу. Самой главной его задачей была борьба с ересью богомилов. Богомилы – это ересь, секта, распространенная в XII-XIII веке в Болгарии, учившая примерно о том же, о чем учили гностики в I, II, III веке по Рождеству Христову в Греции и в других областях Римской империи. Гностики, а затем богомилы, а на юге Франции, несколько времени спустя, так называемые альбегойцы, учили о том, что зло и добро есть равноправные, вечно существующие начала, что мир вечен, а не сотворен Богом из ничего, и многое другое, что является ложью по отношению к божественной правде. И Илариону пришлось с ними вести очень долгую, духовную, изнурительную борьбу. Он обличал их в лицемерном благочестии, в том, что они якобы скромны и смиренны, на самом деле горды и воюют против Божьей правды. Упрекал их за то, что они не читают Ветхого Завета, считая его ненужным, не молятся Богу о неспослании духовной силы для преодоления злых привычек и навыков, а считают, что они сами личным усилием способны вести жизнь святую и правильную. Он говорил им, что ваше смирение ложное, и что не может быть настоящей чистоты сердечной в человеке, который не признает за собой духовной порчи и не просит у Бога помощи. Одним словом, эта борьба духовная требовала и научной грамотности, начитанности в священных книгах, и храбрости, и, конечно же, духовного подвижничества. Иларион борьбу эту выдержал и победил. Жизнь Илариона очень мало соответствовала его имени. Имя значит радостный, веселый. А какая тут радость, если вся жизнь проведена была в борьбе, в неприятностях, в духовных схватках с врагом? Зато сегодня на Иларионе исполнились слова Господа, который говорит своим подвижникам, своим труженикам, труженикам своего виноградника: «Радуйтесь и веселитесь, яком мзда ваша много на небеси». Будучи в Царстве Божьем, сегодня Иларион по-настоящему радостен. Кроме носящих это красивое имя, мы сегодня рады поздравить с днем ангела Павлину, Сергия, Федора, Владимира, Николая и Сафрония. С днем ангела, дорогие именинники! Радуйтесь! Имена ваши написаны на небесах.